Я сегодня сдала экзамен. Я перед экзаменом волновалась, но сдала его хорошо. Я первый раз сдала экзамен. Я сыграла колокольчики, звенят, Дед Мороз и два пингвина. В течение полгода я эти три произведения только выучила. Я старалась. Я сыграла птичку, баю-баю и соловей-соловейшку. Я очень переживала, потому что могу ошибиться. И я сдала его хорошо. Мы сегодня сюда пришли поддержать свою дочь. Она сегодня сдавала экзамен по скрипке. Мы довольны результатом, очень хорошо она сыграла. По сравнению с прошлым годом, я, конечно же, чувствую разницу, что она лучше сдала, потому что она занимается ежедневно дома. Преподавателям хочу выразить огромную благодарность за их труд и пожелать всем детям тоже удачи в дальнейшем. Бен да бүгін келдім бірей, қызымы поддержат ет мәне потымы. Бен сөйін меліклен келдім бірей, ба көрім әне, бұйылда істәне қабылдырды. Чок саалық дуа едім онна преподавателдіне. Әне біле күзәл бізім шақламызы үйредейлер. На сегодняшний день мы уже видим результаты. Они сталкиваются с таким классикой. И молодцы. Мне лично, когда я зашел и вот вижу этот концерт, для меня это гордость за село, потому что село становится богаче от того, что вот у нас вот это же наши будущие таланты. Я хочу пожелать вам в новом году, и не только в новом году, здоровья прежде всего. Спасибо, конечно, что вы привели своих деток, но этого мало. Надо, чтобы дети постоянно чувствовали, что своими занятиями, своим трудом постоянно должны быть поощряемы, должна быть заинтересованность со стороны родителей. Какие-то поощрения, пусть маленькие шаги, но они должны постоянно стимулироваться. Тогда дети будут с большим интересом, с большей охотой заниматься. Но достаточно сказать, а ну сыграй мне хотя бы вот немного, небольшую пьеску. И дети будут чувствовать, что они востребованы, что эта игра нужна не только для того, чтобы они сдали экзамены, для того, чтобы порадовать в семье, чтобы родители могли заметить, что сегодня они уже играют лучше, чем вчера они играли.